Раньше, год назад, легче было, потому что цены были меньше. Мне лекарство обходилось где-то 280 гривен на месяц капли, то теперь они обходятся, ну, где-то гривен 700. Холодное нормально. Это я в этом году пью, наверное, четвертый стакан. Вот пенсию получу, мне позволяет раз пиво выпить, потом еще жду, пока получу. Однотонное просто платье хочу. Хочется что-то купить, а здесь ничего нет. Вот раньше, я знаю, ну, по интернету мы заказывали вещи, в магазинах было отличный выбор. Ничего не закажешь, ничего не приходит. Почему-то очень грустно. Крутиться приходится, выкручиваться приходится. Мало вот детского питания, мало одежды. Трудно, ну как-то выживаем. А почем свекла? Там повидно. Ну давайте мне. 48 гривен. А, 48, ага. Да. 30 гривен. 36 я беру рублями. 36. Все. Вот это ваше. Все, добро. Хотите, я вам поменяю? Не надо. Хватит. Сильно упала покупательская вот способность по сравнению с прошлым годом. Очень сильно. Очень. Люди без денег. Люди ходят, им конфету купить или огурец. Слабовато.